Дорогие друзья, всех приветствую на канале Нового Ада Тольятти. Меня зовут Денис. Сегодня у нас очередная отправка в город Москва нового автомобиля. Уже, как вы видели, по последним роликам у нас участилось, не то что участилось, а уже на потоке практически стоят отправки в город Москву. Доставки само себе разумеющее, потому что мы доставляем по всей России автомобили, новые автомобили Лада, своим ходом, либо автовозом, либо еще какими-то вариантами. В общем, что хочу сказать об конкретном автомобиле, который сейчас у нас находится на зоне отгрузки, да, вот этот именно автомобиль будет грузиться на автовоз, отправляться в Москву, а далее своим ходом из Химок у нас будет выдвигаться наш менеджер в город Ступино для выдачи вот этого автомобиля, Niva Travel комплектация люкс. Значит, там расстояние где-то 150 километров примерно будет у нас от Москвы до Ступино. Вот, то есть вот такая вот чудо логистики, как всегда, мы творим чудо логистики. Вот так проще можно сказать, потому что такие схемы передвижухи, чтобы клиент остался доволен, получил автомобиль у подъезда, только делать можем мы. Вот, ну и Лада Тольятти. Вот. Давайте я быстренько по комплектации пробегусь, расскажу, что мы сюда, в принципе, сделали, какое дополнительное оборудование заказал у нас клиент. Вот, значит, максимальная комплектация, это люксовая комплектация идет с мультимедией. Мультимедиа, навигация, камера заднего вида, обогрев лобового стекла. Замечательная фишка именно люксовой комплектации. Подогрев передних сидений, подлокотничек. Два передних стеклоподъемника, противотуманные фары, электропривод и обогрев наружных зеркал. В общем, ну, это самая полная комплектация, которая комплектуется на заводе в максимальном исполнении у Travel. Внедорожный объезд черного матового цвета, он идет не окрашенный здесь, как многие спрашивают. Низ облюксовой комплектации окрашенный, именно вот эта часть дверей. Цвет кузова нет, не окрашена, она идет черно-матовая. Рейлинги присутствуют. Тонировку мы сделали дополнительно, задние полусферы по заказу нашего клиента. В передней части автомобиля здесь туманочки, сетку мы тоже установили бампера, там сеточка у нас. Сигнализацию с автозапуском поставили, колеса, кстати, пойдемте посмотрим, колеса, которые заказал у нас в нашем шинном центре наш клиент. Вот он, багажник Трево. Наборчик мы сюрпризом отправляем, подарочек нашему клиенту от компании. Здесь у нас стоят Viati Bosco, шина зимняя, шипованная, да, это, наверное, самая популярная шина, которая в этом сезоне мы комплектовали на все Нивы, Тревел, Легенды, вот именно такая шина. И диски, давайте покажу, смотрите, какие диски здесь у нас. Гризли, дорогие друзья, это же Гризли, Айфри Гризли. Слушайте, ну я попрошу фотку, посмотрим, как они будут смотреться на этом автомобиле. Мне самому очень интересно. Мне кажется, будет очень прикольная такая расцветка. Именно подойдет к этому цвету, особенно машина уже с тонировкой, поэтому будет бомбически. Даже давайте, о чем мы стесняемся, давайте мы его сейчас приложим. Она же прикольно надутая. Мы ничего не поцарапаем, ничего не испачкаем. Вот так, аккуратненько прям поставим. Ну-ка посмотрите, ребят. Ну чё? Как смотрится? Мне кажется, должно быть очень стильно, потому что, во-первых, вот эта расцветка сюда очень идет. Машина темная, черный внедорожный объезд, тонировка присутствует, рейлинги черные. И вот именно вот эта часть полированная, она будет разбавлять. Будет вот такой вид. Короче, в итоге замечательный комплект. Молодцы, заказали. Наши ребята все собрали, все упаковали, все в пакетиках. Аккуратненько, ковер багажника лежит. В общем, сейчас мы здесь загрузимся, точнее оставим машину на загрузку, и уже мы где-то дня через три, вот так я думаю, она будет в Москве, а дальше уже своим ходом у нас менеджер повезет непосредственно этот автомобиль в Ступино, 150 километров. В общем, друзья, вот так вот мы работаем. Люксовые машины еще пока есть наличие, вы знаете, с первого числа будет повышение цен на полный ассортимент автомобилей Лада. Успевайте покупать, бронировать автомобили, если вы хотите. И также, друзья, заказ это не только в Москву, в любой город мы можем организовать доставку там автовозом. Короче, чудо логистики мы умеем делать, поэтому вы это знаете.
очень сложнейшие операции приходилось выполнять, поэтому мы уже все это прошли и знаем, как вам привезти автомобиль. Заказываю автомобиль новая Лада Тольятти, компания новая Лада Тольятти. Приезжайте, забирайте, либо заказывайте, мы вам привезем. Вот. До новых встреч, друзья! Travel пока на сегодняшний день момент, вот эта машинка 1 270 000 отгружалась, да, но теперь уже чуть-чуть подороже, друзья, чуть-чуть подороже, на сегодняшний день 1 290 000, 1 290 000, кто захочет сейчас заказать, а дальше видно будет. Вот, надоели уже, к сожалению, но деваться тоже некуда, мы тоже в такой ситуации, мы также покупаем задорого, и, соответственно, цена растет. До новых встреч, друзья, канал Нового Тольятти, пока!